Раз, 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 два, три, раз, два, три. Что вас ожидает, не знаю. А что я ожидаю? Энергии однозначно. Потом я очень хотел бы увидеть здесь много мыслей, каких-то очень глубоких. Я бы очень хотел, чтобы ребята выражали не то, что они где-то слышат, а то, что они думают и как они чувствуют себя. Этого больше бы хотелось увидеть сегодня. Вот. И если это сегодня произойдет, я думаю, будет очень здорово. Я думаю, они просто молодцы. И даже в каком-то смысле герои здесь у нас, в Душанбе, в Таджикистане, делать подобные вещи. Я считаю, что это прекрасно. Побольше подобных мероприятий, где молодые ребята и таланты могут проявить себя. И побольше разного рода направлений музыки, где они могут найти себя. Почему-то, но в Душанбе возникают, как, знаете, как подснежники после зимы, постоянно возникают какие-то ребята, которые хотят выразить какое-то свое внутреннее состояние. Я думаю, что, конечно же, есть будущее у всего. Если в это не перестанут верить, если через это не перестанут разговаривать со зрителем. Но больше хотелось бы, чтобы ребята научились именно общаться со зрителем, а не навязывать свои идеи.